Алжирец или мулат. Сон, в котором вы видите или встретили алжирца, предсказывает вам, что скоро вы станете участником необычного происшествия, которое доставит вам большие неприятности или проблемы. После такого сна вам следует избегать рискованных мероприятий и азартных игр. Помимо прочего, сон предупреждает вас о том, что некто попытается обмануть вас в какой-то денежной сделке.